Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и мы продолжаем наше приключение в World of Warcraft. И сегодня, по одной из просьб подписчиков, да, решил я быстренько пронести Цитадель Ледяной Короны. 25 человек в героическом режиме, я надеюсь, это много времени не займет. Поэтому попробуем, быть может, нам выпадут поводья непобедимого, в чем я сильно сомневаюсь. Но попытка не пытка. Как раз еще и просили. Вот, поэтому стартуем. Впереди нас ждет лорд. Вот, сразу сейчас мы его нокаутируем. Хорошо, что я разбойник. Могу пробираться в стелсе. В свое время я здесь очень любил разминировать. Здесь на полу были разбросаны ловушки всевозможные. Обычные. А, вот, собственно, и они. Ну... не открывается. Интересно. Вот, ну, в общем, раньше их можно было разминировать, чтобы весь рейд не напарывался на них. Вот, и это как бы было тоже одна из интересных фишек Целта. Так. Ваш путь закончится, так и не начавшись. Да, его фразы я в свое время наизусть знал. Так, ну, сразу заливаем его чередой убийства. Я надеюсь, проблемы у нас должны быть, наверное, только с личом. А еще я... хотелось бы, чтобы и с личом проблем тоже не было, потому что там хватает своих всех моментов с его чумой, с... всеми нюансами, когда он там затягивает в меч, потом выбрасывает там, и так далее, и так далее. Потому, что наделены особым знанием. Так, пошла жара. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Да, 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 да. Так, ну, я смотрю, чем я... лучше одеваюсь, да, тем эти данжи становятся все проще и проще проходить, потому что когда я давно был здесь, было, скажем так, не так проще, как сейчас. Сейчас прям вообще изи мод какой-то. Вот. Ну, поехали. Начинаем снимать ее ману. Похоже, что в свои руки, да-да-да-да-да. И даю череду убийства в нее. Ну, скажу так, в прошлый раз, как я и говорил, было Децл потяжелее с ней. Ну, это радует. Так, ждем лифт и отправляемся наверх. Наверх у нас сейчас будет ждать корабельная битва. Главное попрыгать, чтоб лифт без нас не уехал, а то такое часто встречалось не только в ЦЛК, да и в подземельях Дренора тоже это есть, когда лифт в той же Литейной уезжает без тебя, достаточно обидненько. Так, погнали дальше. Сейчас тут хедшот выдадим. Тутух. Тут идет битва с Олениянцем как раз на вершине. Мы продвигаемся дальше. Благодарю духов, что они послали вам вас. Усмиритель небес уже улетел. Ага. Быстрее на борт молота Оргрима. Так, это давайте на маунтер. Скажите, вы еще сможете. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. О, сейчас еще и тут зачистим. Свободно. Замечательно. Даю четверочка, амбуш. Можно выключить. Аж 64 серебра дали. Нехило. Так,
Значит, надо бы только себе ранец взять на всякий случай, а то вдруг чё? Я, правда, не уверен, там придется прыгать или нет. Прошлый раз, последний, точнее, раз, как я здесь был, вроде прыгать не приходилось, но это дело такое. Сегодня надо, завтра не надо. Так. Дочери Орды. Понеслась. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Сразу стакаем побольше энергии, да, если ее можно так назвать. Вон, собственно, и молот. А я смотрю, перегрева нет. Это ненормально обычно. Вы видите, что это да там вдалеке? Начинаем засыпать дамагой. По идее, победим. Еще быстрее, чем битва начнется. Замечательно. Лежать. Ага, я в прошлый раз, по-моему, на него прыгнул. Прыгнул, не дождавшись того, что он, типа, должен был падать, поэтому получился некий фейл. Так, ну и, собственно, мы подлетаем. Сейчас нас будет ждать Саурфанг. Малыш Саурфанг. Вот. Где там? Ага. Ждем, короче, этот небольшой сценарий, пока все выйдут. Правитель Саурфанг выходит, верховный, да. Сейчас его сынулька выбежит. Кстати, можно залутать пока сундучок. Угу. Как обычно. Дропнулось непонятно что. Давай, начинаем. Локторогар, вперед! Герои, будьте начеку! Плеть только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Так. И пошел батька. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. 22 миллиона, конечно, нехило у него в свое время хп это было. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Ох, жесть, до боя еще 50 секунд. Ё-моё. Это значит сердце Дренора. Ну ничего, обождем немного. Это, в принципе, не проблема. Децл подождать. Мне нравится вот этот, эта фишечка, да, скрывающий покров, так прикольно сделано. Она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил. Можно было бы, допустим, где-нибудь в, скажем, в Стадели Адского Пламени, да, накрывать весь рейд этим скрывающим покровом, и там вокруг мобов так оп-оп-оп быстренько обошли. И нормал. Давай, поехали. Да-да-да, во имя. Но он тебе не поможет, чувак. Удар. Еще один. И еще разок. О, там он, короче, в энрейдж погнал. Хорошо, хоть освободился. Так, что там у нас? О-о. Так, ну мы, собственно, идем дальше. Сейчас отец там к нему подойдет. Переговорит с ним. Что-то скажет ему последние слова. А мы бежим дальше. Следующий квартал нас ждет. Это квартал мерзости. А именно, профессор во главе этого квартала нас ждет. Рядом с матерью и предками. Так, давайте спринт. Телепорт работает. Так холодно, что пробирает. Понеслась.
Кстати, можно здесь включить, я думаю, мясорубку. Чтоб она все время была активна. Ой, точнее, какую мясорубку? Шквал клинков имел в виду. Да. Вперед, вперед, вперед. Вонючечку на фарш. Вонючка пала. Вы убили вонючку. Именно. Сейчас получите. Давай, покажи силушку. Повеселимся. Пошла жара, сейчас сразу где мы там. Мясорубка. И понеслась. Только будьте осторожны. Ох ты засранец. Давайте дам кош просто и подкошим его. Вся пошла череда. Замечательно. Сразу надо не забыть открыть краник. А то как обычно буду потом бегать, думать. Так, замечательно. Газ пошел. Вонючка валяется. И великанчик амбушем в бороду не желаешь. Прелесть. Мне бы не помешала ленточка. Спасибо. Как обычно. Ленточка мимо пошла. Ах ты ж гата. А, я в ловушечку вступил. Понятно, бывает. Дело житейское. Так, всем лежать. И идем дальше. Следующий у нас гниломорд. Собственной персоной. Так, сразу запускаем все наши. Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорд. Давай, давай, давай. Удар. Еще разок. Замечательно. Так, открываем краник и вперед непосредственно к профессору двигаемся. Ух ты, как они скачут там, а? Ай, можно было не использовать, все равно тут сейчас с букашками придется драться какое-то время. Открой. Понеслась. Джуки нападают на нас. На вертуханчиком всем. Еще разок. Очень интересно, конечно, была сделана вот эта ситуация с жуками в свое время. Так, необычненько, но похоже, если вспомнить тот же Стратхольм, там было что-то похожее с крысами, да? Ты заходишь, и закрывалась клетка с двух сторон, и выбегало, по-моему, много крыс. Я точно не помню, но вроде бы именно это крысы были. Вот, и твоя задача была выжить под этими крысами, чтобы они тебя там не сожрали. Так, Джуки, свободно. Все, уходим в стелс и штурмуем профа. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал... Сейчас мы его быстренько уработаем. Уничтожит весь Азерот. Замечательно он придумал. Может получиться что-то любопытное. Ну, я думаю, мы ему не дадим это сделать. Какие новости? Все, замечательно. Похоже, у меня ничего. Идем дальше. А следующий у нас какой зал? По-моему, зал крови. Там во главе его будет стоять Ланатель. Если мне память не отказывает. Там будут сначала принцы крови. Три братика, да? Вот. А потом уже и сама, собственно, Ланатель. Собственной персоной. Так. Мы бежим.
Путанная бездная сумка дают там он в чате. Где там? О, побежали. Да, я был прав. Следующий у нас это зал крови, и это хорошо. Сейчас мы тут тоже всех нокаутируем. Без шума и пыли. Амбуш. Получайте. Заюзали на себя что-то там. Наносимый урон увеличен на 100%. Надо было сначала, наверное, поднять этих всех принцев, чтобы они появились, а потом их быстренько забурстить. Или этих ребят всех покосить. Да, наверное, надо было, блин, так и сделать. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Ну да, да, да. Наши силы едины. Принц Валанар, Тал-Даран и принц Келесет. И уничтожьте наших врагов. Так, давайте в темпе вальса, ребята, восстаем. Замечательно. Поехали. Все, поднимаем и заливаем их, дам на всякий случай все возможные. О, как хорошо. Кстати, вот эта шапочка никогда мне, зараза, не выпадала в, ну, не в героике, а вообще в принципе. У меня был сет собранный стандартный, я там его потихоньку улучшал, там, когда выбивал токены всевозможные. Но вот что полностью, да, никогда мне не удавалось, к сожалению, все это дело совершить. Печалька. Свободен. Так, юзаю. Побежал. Сейчас мы босса бурстануть попробуем. А ну иди сюда. Ах, ты ж засада, гляньте. Я думал, сейчас к ней зайду и ее под всей этой красотой развалю. Но не тут-то было. Конечно, она сильно 38-36 лямов, да. Мое почтение, как говорится. Но ничего. Я думаю, мы справимся. Давай, давай, давай. Даю череду убийств. Замечательно, справились. Погнали дальше. А следующий у нас идет... Кто у нас там следующий идет? Это... Зал, получается, Синдрагосой. Если мне память не отказывает. Так, надо бы еще этих мадемуазелей Валькир закочегарить. Первая пала. Так, а зал с Синдрагосой находится левей. К Личу нельзя? Нельзя. Окей, значит, пойдемте на Синдрагосу. Я, правда, не знаю, как тут ее бить, но... фишка в том, что можно сейчас ее пропускать тем классам, которые... Ну, у которых, собственно, нет хила, да, вот как у меня. Так, проходим. С их помощью мы пробьемся через зал. Конечно, пробьемся. Вообще без вопросов. Только а надо бы всех закосить. Плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Умрите! Иди же! Встречай свою вторую смерть! Так. Амбуш хоба. Двойка. Свободная полководца. Ничего так она заливает с быстрострела. Ну, спускайтесь, мадмуазель. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Конечно, покончим. Что там у нее? 4 лямчика. Грубый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. И служите королю Лича. Красавлить. Понеслась. Все, миссия выполнена.
Я, правда, не знаю, что здесь сейчас делать. Может, возможно, обойти аккуратненько. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Так, ну да, по идее, можно просто обойти, и все будет норм. Я сообщу Тириону о наших успехах. Не останавливайтесь, убейте Синдрагосу. Октар, герои! Конечно, убьем, и уже на полпути к ней, оп, как раз и лифт подоспел. Замечательно. Вниз, пожалуйста. Вы так бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Конечно, благословит. Как еще? А другому-то никак. Так, где там пауки? Поехали, пауки. Ну, ща мы тут всех быстро нашинкуем. А, они сами в центр идут. Вообще персик. Давайте, подходите. Давай, давай, всех на фарш. Ребята прибежали. С колдуньей во главе, да? А, даже с двух сторон. Нифига себе, по мне ледяная стрела прошла. Так, ну что там, еще не все? Не, не все. Денежку только заберем себе. Так, разбираемся, значит, с этими нрубскими ткачами. И, по идее, после них мы уже сможем пройти к Синдрагосе, я надеюсь. Так, Джук, лежать. Да, действительно, можем пройти наконец-то. И проходим. Вперед из песней. Показатель скорости увеличен. Ого, нехило так мне увеличили. Ой, что я, короче, не то заюзал. Что хотел. Но ничего. Так, дракончики на фарш. На котлеты, короче, их пошинковали. Поехали. Иний и... кто там? И Хребтохруст. Запустил себе мясорубочку. Амбуш. И добивной. Замечательно. А вон и Синдрагоса приближается. Давай, давай, приближайся там быстрее. Добро пожаловать на землю. И пошла жара. Хотя можно мне, наверное, и не с 5 поинтов запускать мясорубку. Так, дал... дал кош на всякий случай, мало ли чё. И череда убийства. Свободно. Бежим, бежим, бежим. Теперь наша задача в телепорт. И с телепорта мы отправляемся непосредственно к самому личу. И я надеюсь, должно получиться у нас с первого раза его завалить. Конечно, у меня все разы с первого не удавалось. До этого, да, где-то обычно раза со второго, с третьего. Вот, но будем надеяться, все пройдет хорошо. Конечно, мне бы здесь был бы как нельзя кстати шаман с блудластом, который бы скинул Бейл, и все было бы замечательно. Так, ну, понеслась, не будем ждать долго. Поехали, мы готовы. Наша основная задача — это будет упереться в ледяной трон. Или упереться еще, может быть. Короче, в что-то нужно будет упереться. Упереться, чтоб нас не вытянули к чертям отсюда. Может, вот так. Может, вот это лучший вариант будет. А может и нет, не знаю, посмотрим сейчас. 52 миллиона у него, в принципе. Даже и не знаю.
если б можно было подготовкой скинуть череду убийств, это было бы очень круто, я, по-моему, очень быстро бы его на землю бы приземлил. Моей мощи. Да-да-да. Так, бой начинается через 8 секунд, друзья мои. Крепим булки. Собираемся духом. Уан, понеслась. Ах ты гад, выбил из стелса. Так, даю. Давай, 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 родной. Куда ты побежал? Ну иди сюда, пес. Так, главное со сферами не завтыкать. Сфера — это штука опасная, конечно. Так, кто-нибудь видит сферы? Я пока не вижу. Ага, вот и сфера пошла. Первая. Лови. О, кстати, я могу и лича так закидывать. Сферка. Свободно. Так, пацаненок. Свободен, отдыхай. Так, я тем временем колупаю потихоньку лича. Сейчас надо сферы поснимать. Да, отдыхайте, ребят. Смотрите, так, пошла движуха. Да, давай, рушь мир. А мы сейчас будем рушить тебе бороду. Давай. Пошла череда убийств, друзья мои. 9 лямов у лича. Совсем чуть-чуть, совсем немного. Я чуть, блин, еще не нажал этот. Все. Замечательно, друзья мои. Мы справились. Причем с первого раза. Фух. Огонь. Это меня радует. Ну, а я еще, кстати, хотел заюзать исчезновение, чтоб на него гороту повесить. Вот об, если я заюзал, это было бы просто фурор. Что движет вами? Преданность. А, праведность. Не знаю. Ой. Давай, давай, давай. Надо, наверное, вот так со спины лупить. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Давай еще чередой убийства накроем его. Я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Так, ну чё там, где там? Смотри, лорд Тирион. Я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Сейчас нас, наверное, хедшотнет. Ну-ну. Мне по душе эта ирония. Лич, конечно. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. И где там Тирион? Пошла череда убийств. Хоба! Тирион там зажег. Невозможно. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Вот так-то. Но, конечно, было бы очень круто, да, если бы выпали поводья непобедимого, но не все так просто, друзья мои. Ну что ж, на сегодня, похоже, все. Мы выполнили нашу миссию. Мечик тут дропнулся красивый. Спору нет.
на кастера и, собственно, дробящая, да? Да. Вот, ну а на сегодня все, друзья мои. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками. Пишите ваши комментарии, которые... Какие бы подземелья еще вы хотели увидеть в моем исполнении. Пронесем, пройдем. Все для вас. Еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.